Здорово, друзья, это Hurt World снова, и мы с Олегом знакомимся с этой игрой. Вторая серия у нас такая. Привет, привет, друзья. Я смотрю, что многим игра вроде как даже понравилась. Ну, пришлось ничего так. И почему бы не поехать в аэропорт? Ну, нам это обещали показать типа аэропорт. Покраску. Да, типа аэропорт. Типа аэропорт. Ты видишь, такой, как бы, обычная машина, вот, ну, только один цвет. Фу-ху, нифига. Забавно. Это, опять же, говорю, это все из «Безумного Макса». Покраска машин, краска, вот это все. Сел, блин. Все, поехали, Женек. А ты можешь ехать, кстати, она может катиться. Попробуй, нажми, она может ехать даже. Едем. Ага. Едем, Женек, поехали. Едем. Нормально. Не, забавно. Ну, я, по крайней мере, ехал, то есть звук был такой. Прекрасно. Слышал, да. Да, видишь, я же не сомневался. Так, что у нас? Знаешь, лут спавнится, ну, такой, типа, для машин можно... Пристанище разных бандитов, наверное, да? Интересно. Ну, я ехал, тут руду добывал, ну, топовую, и, получается, меня парни начали стрелять, ну, я их задавил, в общем... И они... А, нет, сначала они пишут, типа, кто на машине, ты френдли? Я такой, ну да, типа, френдли, как бы, ну, мне какой смысл убивать кого-то. Ну и все, я подъезжаю к ним, они по мне шмалить начинают. Ну я уезжаю, они выбегают из аэропорта, я их задавил, они говорят, так, типа, ты ж френдли. Я говорю, ну вы же начали стрелять, ну, а что я должен смотреть? Ну как обычно, да. Ну да, ну а дай хоть ресы, которые выпали, я такой, неплохо. Что-то механика странная у машины какая-то, кстати. О, еще даже такие есть. Смотри, байки. Квадроцикл, да? Да, Женя, давай селфи. О, на заставку давай. Давай, Женя, да. Жень, ты вообще крутой. Как царь такой сел, такой. Царек. Смотри, колеса появились. О, видимо, колесики должны быть. Колеса универсальные. Воу, тихо, тихо. А ты можешь назад сесть, можешь ко мне? Да, колеса все ко всем машинам. Нет. Не садишься? Получается, она одиночная, да? То есть два человека не сядут? Хм. Короче, тут все зависит от колес. Квадроцикл одиночный, да. Ты какие тут сколько тачек, Женя, это кладбище машин. В том же «Безумно Максе», я помню, было кладбище машин, где мы первый кузов нашли. То есть там, похоже, тоже локация. Видимо, да, видимо, взяли вот именно по принципу оттуда все. Вот тут, смотри, много кладбища. Ёкаламэнэ. Тут просто как города, разнообразие. Угу. Ё-моё, с сундуками какие-то квадроциклы есть вообще, я сзади вот бегаю. Пошли побегаем, посмотрим, что тут есть. Ну вот смотри, смотри. Смотри, здесь есть квадроциклы с какими-то сундуками сзади, то есть ништяки, видимо, прятать. Ё-моё, двигатель есть, тут все есть. Посмотрим, да. Покраска, наносить краску, ёшкин-матрёшкин. Мне очень нравится, что есть погода. Я люблю, когда в игре да, живо. Но пока она только дышит. Однообразная, к сожалению. Но... Ничего, это лучше, чем ничего, поверь мне. Слушай, так, а что это за такие перевозчики, как пиццу, знаешь, доставляют? Ё-моё, кабан за мной бежит. Ой, Женечка, там проблема у тебя. Мне копье надо найти, вот оно, мое копье. На, сучонок, падай, жопа, падай, хрюкалка. Падай, ублюдок. Падай, свиноматка ссаная. Во, видишь, только когда ему сказал свиноматка. Ой, жизня у нас как-то маловато. Да не, у меня нормально. 30 секунд она восстанавливается. А, окей, окей. Блин, фар нет, вот это беда, конечно. Контейнера какие-то, арки. Да, копии еще метаются, да. Ой, да. Ёкаламэнэ, я внутрь зашел куда-то. Копии метаются направо, да? Да. R переключаешь, на R нажимаешь. R нажимаешь и... Режим переключаешь на R. Ага, вижу. Ночь будет, я думаю, надо уезжать отсюда, потому что строить костер на территории таких городов да. нельзя. Запрещено. Чтобы не застраивали базы. Типа, чтоб, ну, возможно, было все. Два царя сели, блин. Поедем тогда в следующий биом. Поехали. Следующий биом. Экскурсовод, гид. А мне нравится, ты знаешь, это очень правильно даже. Ну да. И ребятам за это реально большой респект. Потому что я думал, сейчас будем умирать, опять будем бегать на месте. Да нет, нет, что нет. А так повезло. Как-то так, знаешь, как-то нормально. Тут. Эй, Ковальский, дело есть. Эй, Ковальский. Напомнило мне Мадагаскар. Мадагаскар, да, там же были пингвинчики. Антон Уральский, Ковальский, господи, кого только не было, а? Кого интернет носит? Ё-моё, что-то у нас там произошло. Не, нормально все. Да нормалек вроде бы. Ну, я так понял, здесь это, не знаешь, повреждаются, наверное, пока. Не было все-таки в Расте, вот, которое последнее не добавили. Это просто вот смотришь, вот хочется лечь. Оно живое, да, живое. Оно как живое. Как живое, ну, как да. живое, оно статичное. Ну, выглядит живое. Как живое. Выглядит, да. Живое, да. Но не двигается. Вот если они это введут, еще программно сделают, будет вообще потрясающе, конечно, небо. Угу. А здесь просто вот, просто текстура звезд и все, как бы, ничего не происходит. Луна сплошная. Ну, ой, ладно. Тут сравнивать нет смысла, наверное.
Единственное, что надо как-то сделать, эти глюки убрать. Да, еду, я вижу реально фризы, и ты их тоже видишь, то есть не только у меня. Ники смазываются вот блюром вот этим вот, когда мышки... Они читабельны, в принципе, чего? Ну, не знаю, когда сильно вот так вот ведешь камеру, трудно разобрать, ники что... Ники подсвечиваются вроде. Это хорошо, да, нет, когда вот F2 нажимаешь, например, вправо-влево мотаешь мышкой. Ух ты, смотри, что тут. Ну, какая-то палатка. Слушай, опять. А животные там, куры какие-нибудь есть? Я не видел. Да. И стали. Тут не куры, тут радиоактивные какие-то черти. Второй такой город, как бы, на один биом. Фига себе. Блин, там на крыше какой-то лут заспавнился, видел, нет? На крыше? Ну... Я не вижу, у меня темновато. Да нет, так-то вроде все видать, но... Так, давай заберемся, это реально сделать? Слушай, а если ты копье бросишь в ящик, тут же физика работает, он может упасть? Ну, так себе. Сейчас, подожди, я стрельну с луком. По-моему, так себе здесь работает физика. Можно попробовать, физика, смотри, ящик. А где ящик-то вы нашли? А вон, наверху, вон там. А, наверх. Вижу. Сколько ящик? Да. Запаришься копье туда кидать. Ой, как-то оно... Слушай, стрелы подсвечиваются, прикольно. Не, он насквозь пролетает. Сферическая, смотри. Вот да, насквозь, я вон копье бросил, насквозь пролетело. Угу. Сферическая, да, сфера просто сделана, ага. Текстура, да. Сфера. Ой, холодно. Не, мне не холодно, холодно, кстати, нормально почему-то. Нет такого косяка у меня пока. Даже да, у меня тоже копье пролетело, такая бесполезно, в общем. Так, хорошо. У меня еще топор есть. Крем есть. Крем! Крем, да? Почему нет? А почему просто шляпу не надеть, чтобы жарко ну, не было? Ну, видишь, не знаю, панамку нельзя, видимо, сделать. Холодно. Я начинаю замерзать, при том 2 минуты остается. Сейчас. Давай. Да, сделаем. Отъехать надо, да? Да. Давай в царское ложе. Падай. Для царей и богов. Знаешь, надо цепью так обвеситься. Да. Шубу такую найти. И быть типа паханом какого-нибудь биома. Еще шляпу надеть какую-нибудь тебе. Пахан биома. Как I'm snapping the big dog, dog. Как так, ладненько. MDMP? Как-то так. Snoopy Dog Dog. Snoopy Dog Dog, Snoopy Dog. Так, все, костерчик здесь можно поставить. А, чудненько. Так, давай. Отъехали, значит. Еще вздыхает, еще что-то там. Так, а дерево я там оставил, да? Пинг какой-то ужасный, вообще невозможно. Да, пинга ужасно. Ну, есть что-то непонятно. Вроде бы пинг был 20, а тут непонятно. Что-то на машине едешь, становится больше как-то. Если прыгать, кровь можно так растрясти, да? То есть будет лучше, получается. Хей, прыжочек. Ну, видимо, да, то есть разогреваешь. Можно встать, пока резко холод спадет. Только не долго стойте, загоритесь. Прекрасно. О, я уже все, у меня все, жара пошла. Ой, все, тепловой удар, все синее, все красное, непонятно, фиолетовое. Оп, отошел нормально. У меня нифига, у меня 3 минуты написано. Горячий. Я горячий. Очень голоден. Я очень-очень. Здесь есть тоже непонятная локация такая, как раз полностью все в радиации. Mm. Ну, просто вся выжженная земля. И там. О, я мясо жарю. Я сам поставил, да, туда только что мясо. Там даже руда не спавнится. И вот все думают, что в дальнейшем будет здесь. Прекрасно. Да. Мы положили 2 кусочка мяса. Оно как-то нам покажет, что оно готово, да? Да. Оно будет как стейк такой придет. Ага, отлично. Питательность. Так, 2 кусочка тебе, кусочек мне. Давай, да. Я аж один положил как раз. О, готово, все. Так. Все готово. Мясо готово, отлично. О, сейчас покушаем. О, это что такое? Мясо на гриле, вообще тема. О, какой кусок. Знаешь, как в мультиках, я всегда любил, они еще выплевывали в конце косточку, такую маленькую, круглую, я помню, в мультиках. Кушай, жить. Ты что, голову помыл ей, что ли? Да. Конкурент Раста там, я не знаю, или нет? Ну, конкурент, так-то, по идее. Ну, смотри, игра только появилась, как бы, да? То есть в ней много того, много неработок разных. Да, но да, уже да, есть автомобили, опять же. Полностью. Ну вот, она, получается, вышла когда 4 дня назад, и уже две обновления было для багов. Там, ну, избавлялись от багов, от всей такой шляпы. Ну, как бы более-менее нормально. Но смотри, уже есть машины. В то время был довольно уникальным проектом, когда он в 2012 году вышел. То есть это был просто хит. Все вот начали играть, это как бы было мейнстримово даже. Слушай, там твоя, по-моему, какая-то появилась. Он слева, за Женей. Женя, ты что приседаешь-то? Спортсмен ты наш. Оп, готово. В голову прям. Все, что ли? Хэдшот. А что за хренотня, интересно? Пошли посмотрим, что это реально такое. Может, факелок сбацать, не? Какая-то сволочь непонятная. Надо собрать с ней всякие ништяки. Федор. А, это какая-то птица, что ли? Шерсть, кожа, да, птичка какая-то, ну. А, кстати, да, с ними перья падают. Вол. Да, перья есть. Я взял, да, 2 пера или 1. Прекрасно. Костер так интересный. Это гриль какой-то.
Это гриль, решеточка гриль, да. Потому что когда я тебя искал, парень делал обычный костер, без гриля. Это они уже крафтят. Одна секунда до восстановления здоровья. Нормально. В зиму поедем, нет? Да, надо. Да, давай, давай, давай. Интересно же посмотреть зиму там. Так, тогда надо дерево добыть, потому что мы... Помрем там нахрен, да? У меня 26 дерева есть. Нормально, хватит? 26 дерева. Думаю, хватит, думаю, хватит. Отлично, отлично. Папка сел сзади. Папка сверху сделал. Прекрасно. Прекрасно. Знаешь, вот чем славился Безумный Макс вот последняя игра? Она была так себешная, но машинки? Когда ты видишь по барханам, когда вот песок вот развивается, вот это было круто. Ну, чисто это машинки, было... за машинки только, да? Машины и эффект, ну, физический эффект, когда по песку едешь. А, ну и все, да, видимо. И этого здесь не хватает, это надо сделать. Ну, сделают, может быть, как-то так потихонечку. Если они акцентируют внимание на, опять же, апокалипсисе, да? То есть такое... Это что было? Это что было сейчас? Мяуканье слышал? Не, у меня не было мяуканья. Было какое-то мяуканье? Странно, у меня ничего... Такой вот звук был. Странно, у меня ничего не было. Странно. О, птицы летают. Кстати, смотри, вон птицы летают, видишь? Да. Птицы летают. Это обычные или это мутированные? Ну, мне кажется, здесь все мутировано. Здесь обычного ничего нет, по-моему, уже. Ты же сам видел, здесь йети какие-то бегают, кислотой плюются, какие-то непонятные кабаны. Это надо спросить, какой размер карты здесь? А какой размер карты? Большая она вообще, нет? Слышно, машине же не слышно вроде. Ну, бывает слышно иногда. Иногда срабатывает. Иногда нет. Он же иногда слышит что-то, иногда нет. Заметь, вот мы катаемся, да, домов-то особо нет. То есть, ну да, да, не особо стараются люди. Как раз зайдешь везде, ой. Господи. Выйти надо из машинки. Нет, подожди, я смотрю просто. Так, все, поехали. Ой. Что такое? Зацепился руками там сзади, а? На коленке сидит, да ладно. Смотри, как, а? Почему-то мне это напоминает Warzed, вот я не знаю почему, но вот почему-то напоминает Warzed. Может, графон больше на Long Dark похоже, не? Да не, ну хотя да, Long Dark тоже такой, знаешь, все такое простенькое совсем сделано. Но в этом-то и есть кураж. А ты кинь, потом можно будет маленький пулемет поставить, допустим, да? А, сверху фигачить, да? Да, сверху фигачить. Вот это рейды будут жесткие. Да. Посмотрим, посмотрим, что ждет игру. А то сольются, как Stomping Land. Ой, не хотелось бы. Денег пособирает, и пумпс, и главный программист куда-то исчез вдруг. Ну, я не думаю, что такое будет. Очень хотелось бы, чтобы проект развивался, потому что он интересный. Ну, пока да, пока интересно. Правда, видимо... А это, заметь, мы еще не строили ничего, не крафтили. Ну, мало чего пока есть, но уже интересно, да. Ну, как мало? Смотри, какие-то были станции. Ну, постройки фиг с ним, да. Постройки, постройки. В том же Расте эти постройки появились очень поздно. Ой, радиация! Хрена? Уж не радиация. Чуть-чуть, да. Сильно-сильно радиация. Очень сильное облучение. 6 секунд, сейчас уйдет она. Сейчас, это, видимо, момент такой вот, когда попадаем в биом. Все, уменьшается уже. Смотри, какая жесть, а. Это, как, знаешь, помехи на телевизоре такие от магнита. Размазывается, да. Я один раз фиганул на лучевой телевизор магнит. Вот эта черная зона была, вот мы мимо нее влезли, сейчас нас облучало. Про который я говорил, где нет ничего. Ну, просто радиация. Вот, да. Интересно. Обигеть. Ой, тихо. Джакузи. Жень, тебе там нормально, не? Нормально, ножки вытянул, хорошо. Руками держусь, нормально. Не, интересно, конечно, так сидеть вот, а? Угу. Как-то забавно, вот так уютно сделано. Сел, главное, в креселко. Я могу сказать, чего не хватает. Постройка. Вот мы проезжаем мимо гор. Ну, построек очень мало, да. Каких-то построек, не людей, а построек, типа, как в Расте. Там какая-нибудь хижина заброшенная. Какой-нибудь маленький такой вот, какой-нибудь лесопосадочка какая-то. Что-то такое, да. Как-то пока все чопорно сделано, но... Потом, наверное, сделают все-таки. Как-то введут, наверное, да, я думаю. Угу. Не хватает пару пещер каких-то. Да, пещеры вот тоже должны быть. Были, вот мы проехали, а там пещера была. Вот это классно будет. Ну и нужно сделать что-то с прорисовкой, а то как в форесте прям деревья вырастают. У меня нормально, у меня далеко. Не, ну ты же говоришь, нет, вырастают деревья. У меня тоже нормально далеко, но вырастают они, подъезжаешь, они вырастают. Так, жжик вверх, елочки так. Вон, смотришь на них, так, жжик. Так, слушай. Сейчас мы в зиму приедем таким. Видишь, уже зима, уже напоминает белый кусты. Но она постепенно, видишь, здесь зима сделана постепенно. Хотя в Расте же тоже сначала было чопорно, а потом сделали постепенно, плавно. Ну, сколько лет развивается Раст? Ну да, да. Сколько дней назад появилась эта игра, правильно? Да. Ты, смотри, контейнера какие-то. Интересно, чья-то постройка, чья-то, по-моему, даже. Ты думаешь? Ну, нет, всего, там контейнера огорожены просто листовым металлом. Интересно. Если бы еще не глючило, было вообще классно. Ну так, легкие фризы такие. Да, насколько я знаю, самое большое такое место, где вот контейнер, где будет хороший спаунс.
Как бы, если хотите, можете побегать, можно дальше поехать. Давай побегаем немножко, посмотрим. Ну, немножко можно пробежаться будет, да, посмотреть вообще, что интересно, здесь. На контейнер можно с тачки запрыгнуть? Если получится, если я толкну. Может, копьем. Да, поближе. А, у меня нету копья уже больше. Нет? Я же в ящик кидал. Давай, я сейчас попробую. Просто я подойти. Почти допрыгнул. Да, правой просто? Кнопкой, правой. А, правой? Он не всегда срабатывает. Ну, еще так странно немножко. Система пока здесь еще не налажена в этом плане. Он же говорил как раз, что косо все это работает. О, по- видишь? Почти попал, да. Блин, а я что-то shift нажимаю еще и прыжок. Ну, ничего. А что париться? Можно колеса поставить на нее, просто подъехать немножко. Она будет выше, ну. В смысле выше? Ну, колеса поставишь выше же будет она, тем более. Да и сразу залезешь. Меня вообще она не бьет копьем. Ну, звука даже не туда. А, ну, да. Пока еще да. А, контейнера пустые. Так, пробежаться, посмотреть в округе. Ну так, да, пока нормально. Я слышу, добывают кто-то. Симпотно, конечно. Так-то симпотно, да. Своеобразно очень. Похоже все-таки на постапокалипсис нау тоже, опять же. Чем-то, да? Слушай, можно проходить сквозь трубы эти. Ага. На контроле? На С. Ну да-да-да, приседая, да. Забавно. А, блин, там наверху, наверное, лут какой-то есть. Да нет, нету ничего. Ничего нет? Нет. Yeah. Это ты там бьешь что-то? Да, да, я просто вижу какие-то деревянные эти. Такие звуки просто странные. Штуки хотел ударить. Блин, оно обнесено листовым металлом. Почему его не разобрать? Ну, нельзя. В Расте же тоже нельзя разобрать что-то там. А где наш товарищ-то? Машины нет, никого нет. Вот, вот есть. Вот катается. А, он там где-то катается? Угу. А то я вышел на улицу. А тут трамплин, смотри, здесь трамплин есть. А ну показывали, я смотрел трейлер. На этом. Это получается трамплин здесь, да? То есть можно взлететь? Я в Стиме смотрел трейлер, там прям эпично очень летали, я помню. Смотри, смотри. Ну да, типа трамплина, оп, наверное, что-то. Надо попробовать. Сядем вместе, поплывем, да? Давай, заныривай. Трамплин. Ну, похоже было на трамплин. Ну, похоже, похоже. Он такой слабенький, но трамплин вроде как, да. Сейчас разгон надо набрать хороший. О, давай, 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 давай. Вот это механика, кстати, управления машины пока еще очень кривая вообще. Кривая, я попробовал. Да. Отлично. Трамплин. Найс. Но это не зима еще, да? Нет, это предзимье. Заморозки, я бы сказал даже. Какое-то, да, сухое такое, знаешь, полузамерзшая трава. Да. Когда солнце растапливает. Не, класс, класс. Ну, если ее-то работать, да. Если ей дать хотя бы полгода реальной работы без каннибизма, который любят использовать разработчики. Ну вот и посмотрим. Обещаем, как мы добавим вам барсуков, мы добавим вам цвет травы другой, и радуйтесь, да? Да, будем добавлять новые деревья, камни игра новые. Игра может составить хорошую конкуренцию Расту. Это, ну, это посмотрим, реально. Посмотрим, да, посмотрим. Но по, опять же, по графикам продаж Раст все выше и выше с каждым выше, днем да, идет. Раз, конечно. Постоянно вот он, Гарри, выкладывает свои скриншоты там, куда продажи идут. Они все вверх, вверх и вверх идут, все выше и выше. Видишь, зависит от людей, опять же. То есть, ну, кто да, занимается. Да. У кого какая цель? Да, заработать, да. И все, и жировать на этом всю жизнь. Либо развивать проекты. А у вас луков нет? Луков. Можно нет, попробовать нет, сделать, конечно. Но, по-моему, у меня нет ни рецепта, ничего такого. Или верстак нужно, что-то такое, наверное. Оружие, да, верстак, копье. Верстак. В принципе, если хотите, можно попробовать ей убить. Давай, мы только за. А может машина его переехать, слушай? Нет, нет? Нет, нет, просто животные, они как бы не воспринимчивы. О, куда он сейчас? Они не восприимчивы к этим. Ну, они как бы без текстуры. Пошли, Женек. По снег проходит. Пошли валить его. Кого, едь, вот, что ли? Да, пошли, снимай колеса, пошли едь валить. Да. Сейчас куда-то. А может он просто там остался, но не прорисовался нам? Однако. Подъедем, посмотрим поближе. Поехали. Едьте, есть хоть чем заняться, едьте, ну, едьте поубивать, да. В этом же тоже едьте. Помнишь, звуки были в Арзетке, опять же, да, кричал, едьте там ходил. Да, да, и да. Все говорили, что он есть, но на самом обещали деле его нет. Еще в Расте, я помню, едьте. А, обещали в Расте тоже каких-то, да, непонятных животных там. О. Ты видел, как да, сначала? Они из квадратиков, да, прорисовываются, нормально. Сейчас. Из кубов. Ну, что делать? Здесь как едем, видишь, тоже непонятно. Видимо, не успевает обрабатывать информацию сервер. Судя по всему. Прикольно. Мне нравится местность, очень уютно. Уютно, да. Уютно и страшно. Ночью тут бы стрёмно. Знаешь, снайпер где-нибудь наверху залез. О, вот он едьте, вот о, он стоит. О, ёпты! Это уже, знаешь, это Far Cry пошел четвертый. Да, да, да. Кстати, да, на Far Cry смахивает. Женя, нет, Женя, нет. Женя, нет. Это уже Far Cry, друзья мои, какой-то пошел. Так, я могу, в принципе, дать кому-нибудь из вас лук. Давай, давай попробуем. Ну давай, у меня как раз я копье-то выкинул свое, лук у меня нет. Ой, ё-моё. Так, как там пользоваться? Смотри, звук надо чуть выше брать. Ну, как в Расте, в принципе. Ну да, тут опять прицел же, есть. Опять бьем? Исчез, что ли? Ну, тут прицел есть, тут прицел есть у лука. Вы серьезно? Вот, он исчез. Он исчез опять? Да что ж такое, это куда?
Ну ладно, поехали искать. Жалко, нельзя вот стрелять сидя. А добавят, наверное. Добавят, это логично, но... да? Угу. Йети обычно обитают... Что такое? Зима. А, снежный мир. Как классно, въезжаем, о, да? О, постепенно, в зимушку, отлично. Всегда Кока-Кола. Праздник вкус. Да, праздник нам приходит, это каждый год. Всегда бодрящий, да. Традиция, да. Праздник вкус всегда настоящий. Ничего. Блин, Йети классно было бы завалить. У него, наверное, много всего интересного есть. У Йети. Хотя, что у него может быть у Йети? А фиг знает. Мясо только и все. По-моему, звук поменялся, не? Слышишь? Чего? А, ну да-да-да-да, типа как когда метель. Только метель-то и не видать самой. Ой, влажный, у меня написано влага. Влажный, у меня смотри. Влаги нет пока. Я быстро влажный. Хм. У меня быстро влажный. Я влажный, я же не могу кричать, а я влажный, я влажный. Я очень влажный, да. О, а там какие-то коробки сзади. А, что так дождь идет, это дождь идет, капли. Ё-моё, в зиме дождь. Ну ничего, подождем. Ну, ладно, приедем, ладно. Так, он же какой-то аэродром или что-то подобное опять. Видишь, опять что-то есть там. У меня написано, что я влажный. Это нормально, да? Это нормально, да? Ну, от меня влажный, кажется. Промок. Понимаешь, зимой здесь дождь идет. Интересно. Классно. А как делить в инвентаре, вот, например, дерево там на... На Ctrl, а? На Ctrl. На Ctrl и левый клик. А. Надо бы поесть, наверное. Что-то я как-то давно не ел. А у тебя еще поесть? Да, апельсинки. Скайрим начался. Я же натырил. Скайрим, да. Скайрим начался. Скайрим. Это так. Надо будет все равно Йети завалить. Интересно же. А вдруг из него лут выпадет? Лут выпадет. Йети как бы весело убивать. Но тут, кстати, в этом биоме тоже Йети встречается. Как бы все нормально. Ого, это ты насадил, Женя? Я апельсинок понасажал, да. У меня 40... А, 12 этих есть. Я промок, Infinity, что-то там. Infinity написано. Finita la комедия. Ты тоже садишь апельсинки? Да. Прекрасно. У нас своя будет тут плантация. Ей. Да, можно так греться, есть. Потихонечку прыгать только и все. По-моему, ты... Я услышал. Может, тебе плохо уже стало? Ну, не? Да, я немножко подфиолетился. Тепловой удар у меня. Еще не созрели наши апельсины, Женя. Апельсины, мандарины. Так, а стрел у меня 50. Ух ты. Ну-ка. Так, уходит у меня. О. Стрела полетела вверх. Смотри, она светится, падает. Йо. Жень, так не прибей никого тут ненароком. Очень интересно, стрела работает. Но она как-то классно летит. Все, в принципе можно выдвигаться. Не-не-не, тут дождь. Сейчас мы сразу замерзнем. Вот так она была. Ох, ее опять горячая. Я горяч. Типа у меня бесконечно написано, да, Infinity же? Infinity, да, то есть до бесконечности промок ты. Дождь все испортило. Горячий у меня, ой-ой-ой-ой. Ты тоже горячий? Да, ухожу. Тепловой удар. Ни хрена себе, в снегах тепловой удар. Какая-то фигня вот тут веет, смотри, холод какой-то, прям кусок такой. В смысле? Видишь? Ну, вон какая-то, я не знаю, как испарение какое-то, что ли. Можно так знать, пока не... А, недолго, наверное, созревают? Ну, они быстро, по-моему, да, растут? Ну, минуты три еще подождать надо. Апельсины. Посадили апельсины? Где? Там. Вон там в кустиках была. Чья-то слушай, тень. По-моему, звук, дождь закончился, да? Да, все, дождя нет. О, промок у меня уменьшается. Кролики, ну да, все, 28 секунд, да. Ты на костер еще встань, быстрее будет. На-на-на-на-на, горящие пятки, ой. Воу, полегче, ёпты. Зато быстрее высохнул. Фига себе, там что, мочилово идет. Пыщ. Пыщ. Ой, бежит сюда, Жень, бежит, смотри. Он увольнул, отлично. Это кто, что с ерунда? Да, это с перышками, которые... Это с перышками, да? Это, по-моему... А что она сидит? Ух ты. Какая... Это не птица, это какая-то а ну, ерунда. Дай, не убивай, я посмотрю. А как ее не убьешь никак? Ну, не расчленяй, точнее, я посмотрю. Ёкаламэн, а ее не расчленишь, это же не раст. Это она была. Смотри. Нет, это что-то другое. О, исчезла сама. Какая-то непонятная штука, да? Угу. То ли птица, то ли не птица, не поймешь. Так, апельсинки, ну. Так, влага уходит. Значит, еда пока нормально, в принципе, можно. Время не показывается пока сколько еще, да? Угу, все, в минутах, все понятно. Еще не созрели. Он танцует, смотри, он танцует. Че это он делает? Смотри. Да-да-да, здесь как-то это можно делать. Я не помню, правда, как это делается. Touch me, уля-ля. Наверное, F2 какие-то там, F3. Да, ты думаешь? Фига себе, смотри, что делает, а? Детка, это Heart World. Прекрасно. Это было прекрасно. Апельсины не растут. Апельсины не растут. О, кто-то убил Йети, видишь, уже кто-то поубивали Йети.
Угу. Еще так. И воинское приветствие дает. Рука такой что-то прозрачная. Он так, надо двигаться, солнышко заходит. А апельсины? Ой, блин, да? Слушай. Видишь, уже цветут. Вам интересно, на G зажимайте, там меню появится. А-а-а. Ага, зазри, сдача. Все, я готов. Фейспалм. Прекрасно. Это из DayZ, по-моему, взято уже. Фейспалм. Смотри, женечек. Видно, да? Жень, ты видел, да? Да, я вон же тебе показываю ответ. Ответ показываю тебе, не? У-ху! Танцы, танцы, танцы. Прекрасно. Забавно, забавно. Где это было у нас уже? Это DayZ был. А, в Незере это было, по-моему, точно. Сдача, фейспалм, отдать честь, птица. А почему птица факт назван? Не знаю, ну это перевод такой офигенный, поэтому. А, понял. Я так понимаю, что здесь людей в принципе нет. То есть даже можно не париться. Ну да. То есть бегаешь тупо с факом, да, везде? Эй, ты, я тебя пальцем смотрю. Ты. 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 Да-да-да-да-да. Именно ты. Так, хорошо. Практически позрели наши с тобой апельсины. Pull my finger, блин. Дерни за палец. Так, сейчас ночь будет. Как раз ночь закончится, и апельсины созреют. Подожди, я могу у тебя в носу поковыряться, подожди. Давай, давай, Женя. О, прекрасно. Ну-ка ты присядь, присядь, присядь. Сейчас я тебе... Вот тебе, Женечек. Прекрасно. Зачем нам апельсины, да? Да, зачем нам апельсины? Что ты делаешь? Фейспалм. Вот что я думаю о ваших апельсинах, да? Не, апельсины-то вкусные. Апельсины нормальные, надо подождать немножко. Да. Подождем. На-на-на-на-на.